В яслях спал на свежем сене тихий крохотный Христос. Месяц вынырнул из тени, гладил он его волос. Бык вдохнул лицо младенца, и соломою шурша на упругое коленце засмотрелся, чуть дыша. Воробьи сквозь жерди крыши к яслям хлынули гурьбой, а бычок, прижавшись к нише, одеяльце мял губой. Пес, прокравшись к теплой ножке, полизал ее тайком. Всех уютней нашей кошки в ясно греть дитя бочком. Присмиревший белый козлик на чело его дышал, только глупый серый ослик всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка хоть минуточку и мне, и заплакал звонко-звонко в предрассветной тишине. А Христос, раскрывши глазки, вдруг раздвинул круг зверей и с улыбкой полной ласки прошептал: «Смотри, скорей!»